Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Отражение звезды». О чем сериал «Отражение звезды» сюжет? Рената просто любила петь. Поп-дивы ее сделали мать, которая называет себя Джулия, с отчимом Георгием. Звездная жизнь Ренаты ломается трагическим событием, кто-то убивает фанатку певицы, которая копировала ее образ. Рената чувствует, что на нее открыта настоящая охота и понимает, что ее жизнь больше ей не принадлежит. Приезд сестры Ренаты, Насти, ситуацию не улучшает. Младшая дочь, у которой мать украла мужчину, Георгия, не самая лучшая психологическая поддержка. Тем более с учетом того, что Джулия и Настя скрывают от всех, что Георгий – биологический отец сына Насти. Рената понимает, что она дойная корова для своей родни, и у нее нет ни одного близкого человека. Кто же сможет ее защитить? Олег, ее муж или Никита, бывший муж или следователь Владимир, которому она не доверяет. Она умеет только петь. Нет у нее другой жизни. Но есть человек, который ее любит. И есть человек, который ненавидит. И тот, и другой так близко. Кто из них кто? Третья серия. Никита чувствует себя нормально. Орлов узнает, что билеты его Лики на концерт достала его бывшая жена. Ему не нравится, что Лика общается с матерью. Тем временем к Ренате приезжает ее сестра Настя с семьей. У Насти уже несколько лет плохие отношения с матерью, она хочет все наладить. Но для нее окажется шоком, что ее бывший муж и отец ее ребенка является нынешним мужем ее матери. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.